Фестиваль дружбы и творчества «Краски лета» организовали в Слуцком районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации во время оздоровительной смены лагеря с круглосуточным пребыванием «Радуга» в августе. Фестиваль проводили в рамках инновационного проекта по формированию инклюзивной культуры детей и педагогов. Ведь все мы разные, но все мы равные. В гости к учащимся центра приходили педагоги, волонтеры, ученики средних школ номер 2, 11, 12 и 13, воспитанники яслей садов номер 11, 18 и 19 социально-педагогического центра. Театрализованное представление, подвижные игры, занимательные квесты, коллективная аппликация и рисование трубочками, музыка и танцы — не скучал никто. Августа фестиваль завершили вместе с воспитанниками яслей сада номер 19. Потанцевали с Буратино и Мальвиной, а затем смотрели сказку о Незнайке и его друзьях. Незнайка очень громко петь, еще не знаю, что будет супер, но у меня нет. Тогда почту стихотворение. Панчик наш гулял на речке, пап встречал он там овечку. Не был где-то у тебя на речке, не дал это на речке. Ты не говоришь, сейчас собрал, где такое-то увидал? Видишь что, сядь и сиди, мы с тобой портрет писать, и прошу мне не мешать. Какая жизнь нам нравится, любим плотно мы заправиться. Пальчики и салечки, жаль, малынам стали маечки, наши бедные желудочки не отдыхают ни минуточки. Так объелись плотно мы, то разболели животы. Все мы лучики одного солнца. Творчество – это безграничные возможности реализации потенциала каждого ребенка, независимо от его психофизических особенностей. Мы сегодня веселиться будем. Сотрудники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации благодарят всех, кто принял участие в фестивале.